Вопрос с Украины. Сначала долгие... А давно не было, по-моему, да, у нас? Да, да, надо признать, это так. Так, долгие комплименты, это мы опустим. Не, короче. А почему же? Это как раз самое интересное. Как ты относишься к городскому главе Киева и боксеру, цитирую дословно, Кличку? Кличко. Я хорошо отношусь. Я глава, это мэр он, да, Киева, так понимаю, значит, ну да, городской глава это у них. Нет, он замечательный человек, но просто ему не надо говорить. Но это вообще ведь у всех свои профессии, свои занятия. Там кто-то умеет говорить, кто-то умеет там строить, кто-то умеет рисовать и так далее. Вот все замечательно, просто замечательный. Мэр может быть замечательным, просто не надо говорить вообще. То есть не то, что спичи там, да, или какие-то, нет, вообще. Нужно заасфальтировать дорогу, показал. Уверяю, заасфальтируют, еще даже быстрее. Захотел женщину, посмотрел. Все есть. Без всяких проблем. Там, есть, просто захотел, показал на пельмени, дали ему пельмени без ошибки, потому что туда показал, ему точно не принесут там варенье. Все, то есть вот это мой режиссерский совет. А так, замечательный мэр, и, значит, дай Дарвин ему дальше в том же духе, так сказать, продолжать, я только поддерживаю. Да, да. Хорошо, спасибо. Думаю, что зритель будет удовлетворен. Ну, не знаю.